Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 3 по 9 июля. Кому повезет в любви, а кого ждет незабываемое путешествие, узнаем прямо сейчас. А в начале выпуска астролог Янина Балашова продолжит рассказ про один из самых чувствительных и эмоциональных знаков зодиака. Рак. Знак зодиака Рак связан со стихией воды и указывает на эмоциональный характер людей, которые родились 21 июня по 22 июля. Символ – краб. Представители этого знака чувствительны, искренне заботятся о других и часто беспокоятся по пустякам. Их отличительные черты – понятливость, ловкость, бережливость, скупость, любознательность и сострадание к нуждающимся. Эти люди экспрессивны, романтичны, застенчивы. У них богатое воображение, которое позволяет внести изюминку в любую профессию. Их можно часто видеть на сцене. Также они интересуются астрологией, любят путешествовать и могут знать несколько языков. Окружают себя множеством родственников. Любят жить близко к воде, предпочитают иметь мало детей или вообще их не иметь. Вы находитесь под значительным влиянием своих партнеров по браку и друзей. Они абсолютно счастливы, когда имеют все необходимое для жизни и могут следовать наклонности своего сердца или интуиции. Звезды советуют Овнам с 3 июля управлять своими финансовыми ресурсами разумно и делать упор на долгосрочные проекты. Тельцы, будьте готовы к переменам и смело берите на себя решение новых задач. Будьте благоразумны при использовании крупных денежных сумм, избегайте лишних затрат. Одиноким представителям этого знака зодиака не стоит терять надежду. Период принесет новые знакомства, которые перерастут во что-то особенное. Эта неделя обещает быть динамичной для близнецов. Вы будете общаться с новыми людьми и устанавливать ценные контакты. Будьте открыты для интересных идей и не бойтесь открыто выражать свои мысли. Ракам с 3 по 9 июля важно установить четкие цели и быть уверенными в своих способностях. Найдите время для отдыха и развлечений, чтобы поддерживать высокий уровень энергии. И еще астрологи советуют поделиться своими чувствами с партнером. Проявляйте больше внимания к его потребностям и желаниям. Эта неделя принесет львам много возможностей для выражения их таланта и лидерских способностей. Важно оставаться открытыми для сотрудничества с другими и показывать великодушие в своих отношениях. На горизонте Дев могут появиться давние знакомые из прошлого, в отношениях с которыми не были поставлены точки. Это прекрасный шанс все выяснить и сделать выводы. Финансовая сфера порадует внеплановыми денежными поступлениями Дев, родившихся в начале сентября. Весы почти всю неделю будут выполнять роль миротворцев, улаживая конфликты на работе и сглаживая острые углы в отношениях. Надо сказать, что роль посредников и дипломатов в этот период вам будет даваться с трудом, так как обострившиеся внутренние противоречия помешают объективно оценивать людей и ситуации. Неделя для скорпионов будет успешной в делах, но достаточно напряженной в эмоциях. Недоразумения и проблемы в романтической сфере появятся практически у всех представителей этой водной стихии. Решения будут приниматься резко и внезапно. Финансовая сфера проблем скорпионам не доставит, но желание получать больше будет заставлять представителей этого знака искать новые возможности.
Приятные подарки или денежные поступления во второй половине недели существенно улучшат настрой стрельцов. Здоровье представителей этого огненного знака будет хорошим на протяжении всей недели. Некоторые разочарования в партнерах и в отношениях будут присущи стрельцам, родившимся в первой половине декабря. Для козерогов наступает благоприятное время для обретения полезных знакомств. Ваши заслуги оценят деловые партнеры и друзья. Вы сможете взглянуть на многие вещи по-новому, и это придаст уверенности в своих возможностях. Четверг для вас самый благоприятный день на этой неделе. Водолеям предстоит насыщенная событиями неделя, которая будет еще и продуктивной в профессиональной сфере. Романтическое настроение активизируется у большинства представителей этого воздушного знака. С удовольствием принимайте приглашение на свидание от своих поклонников. Рыбам неделя принесет спад активности, который вполне закономерен после насыщенного событиями и делами предыдущего периода. Рыбам рекомендуется больше времени проводить дома, заняться генеральной уборкой своего личного пространства и закончить давно начатые, но так и не завершенные ранее бытовые дела. Помните, ваша судьба в ваших руках, действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!